Дорогие друзья, ну а если вы не против, мы еще немножко побудем в Кашире. И сейчас я хочу пригласить на эту сцену нашего автора «Радио Серебро слов», замечательную исполнительницу и человека, без которого, в принципе, без работы, которой не получилось бы, я думаю, этого концерта. Она приложила огромные усилия к этому. Ну и по совместительству она является начальником отдела информации Каширского района. Олеся Малахова. Ваши аплодисменты. Здравствуйте. Я очень рада, что концерт состоялся именно здесь, потому что я надеюсь, что вы откроете для себя сегодня новые имена и проведете с пользой время. Сейчас я хочу прочитать стихи своего брата, который, к сожалению, сегодня не смог приехать, но это история о нем, обо мне, и это история о том, что чувствует человек, когда взрослеет. Я переживаю немножечко, подглядывайте, если вы не против. Максим Андреев, послушайте. Послушайте, пожалуйста, внимательно. Это больше не стих, а призыв. Стать ближе к отцу и матери, чтоб потом не пришлось на взрыв прощения просить со слезами, когда их уже не вернешь. Мол, занят был, мы все заняты. Нет времени, да кому ты врешь? Раньше вечно родителям я говорил, нынче время другое, другие понятия. Мол, не с бухты-барахты тогда я вспылил, и что им невозможно понять меня, и что их извечные... И что их извечные, без причины тирады, все равно, что горох метал от стены. И что их совковские, древние взгляды не наставят меня на путь истинный. А когда отец за провинности нещадно стегал ремнем меня, я тогда просил, Бог меня прости, чтоб родители кто-нибудь мне поменял. Чтоб закрыть глаза, раз, и я один. И некому больше нервы трепать. Куда захотел, туда и сходил. И никто к девяти не начнет загонять, чтоб не ждать их с работы, как судного часа, который с рождением в мою жизнь проник. Чтоб закончилось это, в квартире убрался, какой молодец, а покажи-ка дневник. Но все то, что я думал плохо и зло, уничтожено с возрастом навсегда мной. Наконец осознал, как же мне повезло с моими любимыми папой и мамой. Кому-то, может быть, знакомо, со мной часто так бывало, когда ложился ночью дома я спать, уткнувшись в одеяло, рыдал от мысли, что когда-то моих родителей не станет. И что мне этот мир оставит? Треть века жизни, дом, зарплата? Дай Бог свою семью когда-нибудь создать, чтоб в мире, чтобы в счастье жить, и ту любовь, которую смогли мне дать родители, в своих детей вложить. Цените матерей, отцов, покуда живы, и радуйте их до скончания века. Ведь все отчасти в этом мире лживо, но лживо лишь родных два человека. И хотелось бы, чтобы они жили всегда. И казалось бы, вот они рядом вроде. Но вы знаете что? Посмотрите сюда. Время уходит. Понять вам настроение, я хочу исполнить свою песню, она называется «Главная тайна». Я написала ее, кстати, в Луховицах. И обычно мы ее исполняем с братом, но так как его сегодня нет, я попросила Сергея помочь мне, это будет такая импровизация, так что не судите строго. Да, экспромт, экспромт. Люди ходят в дом от звезд.
и мир на земле, чтобы было счастье вдоль.